Крупнейшие центробанки мира – ФРС США, ЕЦБ, банки Англии, Канады, Швейцарии и Японии – договорились значительно увеличить вливание долларов на рынок, чтобы стабилизировать ситуацию после целой серии крушений крупных банков. Теперь доллары через ФРС смогут предоставлять банкам каждый день, а не каждую неделю, как раньше. Финансовая стабильность была нарушена крахами двух американских кредитных учреждений. Они стали вторым и третьим по масштабам банкротствами в истории США. А в Европе рухнули акции Credit Suisse, одного из старейших, крупнейших и самых уважаемых банков мира. В итоге его приобретет крупнейший банк Швейцарии UBS. Эту сделку уже одобрил нас регулятор. Неконтролируемый крах Credit Suisse, по мнению аналитиков, привел бы к глобальному кризису, подобному тому, что случился в 2008-м. Правда, в ЕЦБ заявили, что сегодня ситуация иная из-за ужесточившегося за 15 лет госрегулирования.